фильмы про ученых, фильмы про докторов, про геологов, про военных, и снимались, и они всегда были героями. И люди молодые хотели на них быть похожими. А сейчас на кого быть похожим? Ну, на банкира, на... То есть просто это нужно политика государственная, наверное, политика. Политика людей, чтобы... Ну, политика, ну, как говорится, нашего государства, чтобы снимались героические фильмы. А героические фильмы — это не стрелялки, а именно... Не знаю, да, вот, например, ну, да, может быть, правда, изобретатель, который сделает что-то на благо, там, страны, что-то такое очень феноменальное. Не знаю, что еще, художник, я не знаю, военный, который ради страны готов пойти на все. Ну, не знаю, полицейский тоже герой, но вот герой, чтобы он вот был героем. Ну, и много-много-много-много каких-то вещей. Ведь герой, что это такое? Это не просто что-то придумать для... А это внутреннее состояние персонажа, человека, который готов жертвовать собой ради идеи, высшей идеи. Это и есть герой. Вот романтический, вот, ну, романтический герой, который настоящий герой, жертвует собой ради идеи. Который его идеи. Вот это герой.